Итак, мы начинаем. У меня уже появился первый мир. Мы будем играть на выживание. Вот, все. Будем играть на выживание. Блин, реклама. И у нас начинается выживание. Я что-то не поняла. Так, а теперь нам нужно найти что-нибудь, из чего можно построить дом. Ну, откопать дерево и скрафтить в доски. И побыстрее, пока не настала ночь. Сейчас мы быстро идем за деревом. Так, или можем построить дом на дереве. Свиньи гуляют. Да, кстати, привет, я Уникал Кошка. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Вот так. Мы сейчас добываем дерево, пока его еще добудешь. А, лагает. Так. Мы добываем дерево, потом начнем крафтить, и у нас получится дом. Ну, конечно, нужно очень-очень много скрафтить. Если у меня одно дерево, то выходит на 6 блоков доски, из которых потом можно сделать дом. Так, мы живем в зимнюю стужу. Так, сейчас мы попробуем скрафтить. Так, ну, значит, 4 лавы. Еще. Все, закончились. У нас 28 еловых досок. Так. Мы делаем небольшой домик и будем его укреплять. Углы не будем делать, они нам ни к чему. У нас не будет углов, но будет больше досок, наоборот. Это к лучшему. Что-то мы криво сделали. Вот эту вот доску уберем. У нас будет пока что маленький домик. Чтобы пока что можно было спастись, а так будем ходить и добывать ресурсы. Так. Дверь у нас чуть позже будет. Так. Окон у нас тоже не будет. Смотря на то, что здесь бегают скелеты, зомби, криперы, пауки. Они могут, ну, пауки, у них лапы, они не могут запрыгнуть в такую тоненькую дырочку. А вот эндермен тем более. А вот они залезть могут. Так что надо делать нам высокое укрепление. У меня доски закончились. Надо пойти теперь и добыть. Или можно переждать. Конечно, откопать эти доски, забрать, сделать подземельный подкоп. И иногда выходить из этого, из нашего убежища. Сюда только пауки будут залазить. О, овцы. Ох ты ж. У нас тут... Все залезли. Овца. Можем ее грохнуть, чтобы сделать кровать. Забираем еловую доску. Так, 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 так. И идем делать подкоп. А, доска упала. Ну ладненько. Тут волки. Они меня загрызут. Зомби. Чуваки, там зомби. Нужно валить. Ой, ко мне этот волк привязался. Забирай себе, он мне не нужен.
У нас так мало досок. Я бы еще добыла, но как-то уж не хочется. Конечно, можно сделать дом чуть меньше, но к нам волк оттуда бежит. Будем делать так, что подземельный подкоп. Да, кстати, это не Майнкрафт. Немного земли, немножечко, немножечко, понемножечку. Будем тогда землю дальше заколачивать. Дальше у нас будет продолжение из земли. У нас будет такое вот туда типа лесенка. Будем по чуть-чуть добывать. А, блин, лагать. Будем понемножечку добывать. Оп. Главное, чтобы никто не прыгал. Так, что у нас получилось? У нас почти полноценный дом. Только тут еще куча. Слушайте, а давайте сделаем так. Я сейчас выйду, а то на это скучно смотреть.